Робота-медсестру разработали ученики Назарбаев интеллектуальной школы в Талдыкургане. Юным изобретателям удалось создать робота-медбот, который способен облегчить будни медиков. То есть после осмотра пациента и назначения лечения врачом в дело вступает робот-медсестра. С помощью мобильного приложения он или она в указанное время ставит уколы и выдает лекарства. Машина способна контролировать норму потребления воды пациентам и проводить дезинфекцию палаты. Все действия робот выполняет с помощью нейронной системы и цифрового сканера по распознаванию лиц. Сейчас школьники продолжают совершенствовать свою авторскую разработку. У нас есть ячейки для передачи предметов больным, которые находятся на карантине. То есть, допустим, если человек тяжело болен инфекционным заболеванием, ему можно передать какую-либо еду, допустим, через вот эти специальные ячейки. Этот робот, он был представлен в Германии на Международной олимпиаде ВРО 2022 в Дортмунде. Также он был представлен на республиканских олимпиадах. Несмотря на то, что медицина в последнее время быстро развивается, есть проблемные вопросы. Одна из них – нехватка медицинских кадров. Нам удалось узнать, что в Казахстане на 10 тысяч пациентов приходится всего лишь 39 медицинских сестер. Поэтому мы создали такого робота-медика.